короче. Встречай новых героев трансформеров Мекан. Играй, соревнуйся с друзьями, собери их всех. Нам не обязательно драться, Райан. Просто отдай мне Эвана. Я хочу его вернуть. Вперед, Эван. Да. Твой ход, Мекан, Мекан Димал, тебе решать, как ты изменишь мир. Начать сначала. Часть вторая. Наверное, Феникс прав. Я последую его стратегии. Думай о битве, а не о том, с кем ты бьешься. Не зацикливайся на том, что это Эван, и ты хочешь его вернуть. Или ты поборешь его, или он тебя. Точнее, нас. А мы этого явно не хотим. Определенно нет. Почему он нас избегает? Ну, избегать их, это я еще понимаю, но... Неужели Джейсон избегает и меня? Он. Джульетта, это не наша остановка. Наша! Мы же ищем Джейсона! Я его видела! Это точно был он? Я не хочу ждать другого автобуса! Это был он, и похоже, он спешил к кому-то навстречу! Он бежал! У, это уже интересно! Что ж, я здесь. Что теперь? Пришел поглазеть на меня, и это все... Через минуту тебе уже раз хочется смеяться. Лучше поступи по-умному и отдай мне Эвана сразу. Да, а если не отдам, то что? Заставишь меня тратить время на то, чтобы смотреть, как ты проигрываешь? Ну ладно, хорошо, поступай как хочешь. Но так или иначе, я уйду отсюда с Эваном. Расклад Мекарт! Расклад Мекарт! Команда, приятель. Покажем им, как это делается. Ввожу Феникса. 3, 2, 1. Мекардимал, вперед! Ввожу Эвана. 3, 2, 1. Мекардимал, вперед! Я там вообще никого не вижу. Джульетта, о чем ты говоришь? Я видела его там, а потом... Говорю вам, это точно был Джейсон, я его видела. Угу. Значит, сумел найти нового Мекардимала. Именно, это Феникс. Я с Джейсоном, потому что полностью верю в него. Ну и потому что он меня приручил. Феникс, значит. Смотри-ка, парнишка быстро тебя забыл, да? А ты так грустил, что остался без него. Говорил же, с ним ты только время тратил. Прости, Джейсон, но теперь я подчиняюсь его командам. Я понял. Приводи их ко мне, Джейсон, а я буду их отбирать. Ты больше никого у меня не отберешь. А теперь хватит болтать. За дело! Я тебя жалеть не буду, Джейсон. Знаю, что не будешь. Ладно, раз мы уже все выяснили, поехали! Да. Что-то ты слишком неуклюжий. Ты медленный. Так, заряжаем. Воздушная атака. Огненный дождь. Хочешь драку? Будет тебе драка. Заряжаем огненный кулак. Получай! Да!
конец. Это ты так думаешь? Вертикальный нырок, огненные крылья! Эй, внизу берегитесь! Видимо, я поторопился. Но ничего, двойной трюк, клоны Кардимала! Случилось? Куда он делся? Феникс, берегись, он прямо над тобой! Что? О, нет! А сейчас последняя сила! Готовься, сейчас будет жарко! Штормовой факел! Не может быть! Он же не... Да, я хотел победить его, но я никогда не думал о таком. Джейсон. Что ж, победа есть победа. Это я уже знаю по себе. Джейсона нельзя недооценивать. А? Хочешь сказать... Не может быть. Да ладно! Как же он выбрался? Я думал, он сорвался! Мы, земляне, умнее, чем вы думаете. Джейсон! Эта битва еще далеко не окончена, Райан. Да? Ну давай, вперед! Последняя сила! Адская спираль! Огненные кольца! Смотри! Что такое, Эван? Я слишком быстрый для тебя? Я не могу атаковать. Мы сыграли последней картой. Они нас обыграли. Ну что ж, если нам суждено проиграть, то хотя бы ему. Скажите, что я сплю. Не может быть. Это реально? Поверь, все по-настоящему. Я выиграл! Победа! Как же я мог проиграть новичку? Я уже больше не новичок. Да, неважно. Я забираю Эвана! Ну вот. Джейсон исчез в лучах света, да? Смешно, Джульетта. Может, его похитили инопланетяне? А? Но я видела! Спасибо, Феникс. Без тебя я бы не справился. Ха, скажем так, это была командная игра. Джейсон, я думал... Я правда думал, что ты сорвался с обрыва. Конечно, Феникс знал, что ты выживешь. Вы уже здорово подружились. Неудивительно, что вы выиграли. Слушай, матч был жесткий. У меня никогда не было такого сильного противника. Спасибо, Феникс. Было круто. Еще как. Точно не хотелось бы снова биться против тебя. Трогательно, но я лучше пойду, пока не стошнило от нежностей. Райан, подожди минутку. Тебе не обязательно быть одному. С твоими способностями вы с Джейсоном станете отличной командой. Я уже говорил, это наш бой, а не его. Я не стану объединяться с землянином. А, ну как хочешь. Кстати, мне понравилось работать с тобой. Ты хороший боец. Да, взаимно. Но только это ничего не меняет. В следующий раз мы пересечемся как враги. Ты попытался. Оказывается, волшебных машинок не существует. Это просто миф. Легенда. Сказка. Я просто наболтал, что видел одно. Да ничего я не видел. Я все это выдумал. Зачем? Ну, понимаешь, я знал, что ребят разозлятся, потому что я тогда не пришел. Ну вот я и решил что-нибудь придумать. Да, так и где же ты был? Ну, я заблудился. Ага, а потом поехал на гору Кванаку. Там тоже заблудился. Кто вам сказал, что я там был? Твоя мама. Или она тоже все выдумывает? Ну да. Да, я ходил смотреть на птиц. Ты смотреть на птиц? Ага. Ну ладно. А тогда что ты делал под мостом? Где? Под каким? В центре. Я тебя видела. Разве? Я... Мне нужно в туалет.
туалет. Я сейчас. Он ужасно подозрительно себя ведет. Это мягко сказано. Да. Он что-то скрывает от нас. Ну что, Изабель, ты не знаешь? А куда она делась? Только что была здесь. Это сводит меня с ума. О, мало того, что Джейсон от меня что-то скрывает, так он еще и объединился с Изабель. Битва Микарт.